Карамба ТВ представляет. Мои красноглазые невыспанные задротики. Опять всю ночь гамались, да? Игровая зависимость — это ведь плохо, да? Но ведь не было бы никакой радости в путешествиях по мирам виртуальным, если бы в них не было чего-то такого распиздасто-охуительного, на что можно было бы подсесть. И мы с вами, как самые устойчивые ко всяким зависимостям люди, готовы исследовать самые опасные и непокорные миры в виртуальности. Нам не страшны побочные эффекты просиживания за играми целые сутки, а нам похуй! Поэтому приступим к текущему брифингу. Разработчики Army of Two The Devil's Cartel представили разрушение, которое подпиздили у DICE вместе с движком Frostbite 2. BioWare запилила гомосятинку в игре Star Wars The Old Republic. Пидоров изолировали на одной планете, поэтому гомофобы могут спать спокойно. Dust 514 выходит на стадию открытого бета-тестирования. Тестирование интеграции с EVE Online завершено. Осталось только пригладить неровности. CD Projekt выдумала новый наркотик для Cyberpunk 2077 под названием Brain Dance, очень смахивающий на виртуальную реальность. EA показала четвертое чудо Crysis 3, способное выстреливать 500 зарядов в секунду и генерить боезапас из воздуха. Gearbox раскрыла системные требования PC-версии Aliens Colonial Marines и бонусы предзаказов. Сотрудников Bohemia Interactive выпустили из греческой тюряги, поэтому процесс разработки Arma 3 совсем скоро сдвинется с места. Мир уявили новую платформу под названием Disney Infinity, способную поработить детский мозг тысячи няшных персонажей в одной игре. Спекулянты прикидывают, на каких компах потянет GTA 5, несмотря на отсутствие официального анонса релиза игры на PC. И, как всегда, свежие релизы прошедшей недели. Давайте на счет 3. 1, 2. Крутотенечка! Команда Visceral Games подпиздила у DICE движок Frostbite 2 и готовится использовать его мощность на полную. Разработчики продемонстрировали мечту любого пиротехника — разрушаемое окружение, рассыпающиеся здания и дохуища взрывов со всеми вытекающими последствиями, падающими башнями, мостами, разлетающимися на мелкие осколки зданиями. Очевидно, такие сцены станут одними из самых привлекательных в игре, помимо отстреливания яиц целой армии наркокартеля. К превеликому сожалению, шутер вряд ли появится на PC-не, поэтому остается только смотреть и плакать. Свершилось долгожданное событие. BioWare в своих лучших традициях решила запилить гомосятинку в звездное MMO Star Wars The Old Republic. Как неудивительно, в «Звездных войнах» пидорасами не рождаются, пидорасами становятся. Поэтому доступ к однополым романам геймерам будет доступен только на хай-левелах. Более того, BioWare решила локализовать гей-эпидемию на одной единственной планете. Видимо, они игровые пидоры, вымирающий вид, который срочно нуждается в размножении, для чего им нужен качественный генетический материал самых прокачанных джедаев. Ну или световые мечи побольше, да со световым вибратором помощнее. Остается только гадать, почему разработчики изначально не включили возможность напялить красные труселя, как в других своих играх. Эксклюзивчик для PlayStation 3, онлайновый шутер Dust 514 во вселенной EVE Online выходит на стадию открытого бета-тестирования. Как поведали разработчики, процесс интеграции двух огромных ММОшечек прошел успешно, и теперь капитаны кораблей и командиры наземных отрядов смогут рубать на одном огромном сервере, который будет по швам расходиться от невъебенно эпических бойн за ресурсы и доминирование. Тест начнется 22 января и продлится до тех пор, пока разработчики не отладят все неровности. Ну а релиз шутера на PlayStation 3 можно ждать уже в этом году.
Студия CD Projekt соизволила рассказать, что же привело человечество в темное киберпанковое будущее в игровом мире Cyberpunk 2077. Не поверите, технологии. Оказывается, в далеком 2077 году люди изобрели технологию, которая позволяет переживать чувства, мысли и эмоции других людей. Некоторые так качественно подсели на это чудо под названием Brain Dance, что нахуй забили на свое жалкое существование и ушли фапать на чужие приключения. А они ничего не напоминают? Особо опасных долбоебиков зацепило бегать за маньяков и чинить буйство, после чего они сами пошли дебоширить. Остальные же в большинстве случаев положили хуй на жизнь реальную и зависли где-то в виртуальной жизни. Разработчики прям за душу бегают. Берут, суки! Но главному герою предстоит подняться из грязи в князи и доказать, что настоящая жизнь пища всяких виртуальных реальностей. Вот так-то, детки! Поучительная история на ночь. Альберт Хьюз представил миру очередное чудо света. А то есть чудо Crysis 3. И четвертым чудом этим стала с виду обычная пушечка под названием «Тайфун». Весь прикол в том, что оружие напичкано сразу несколькими стволами, которые, в общем, способны выстреливать до 500 патронов в секунду прямо в еблище врага. Другими словами, за одну секунду в противника вонзается 500 прошибающих насквозь зарядов, разрывая его ко всем собачьим чертям. И еще одно чудо заключается в том, как в одной небольшой обойме умещается вся эта туева куча патронов. Чудеса! Да и только! Минуточку внимания! Поприветствуем номинантов на звание почетных идиотов недели! Дяденька! А что слышно от Дейзи? А то я только вышел из стадии амебы. Поздравляю тебя с эволюционным скачком, водоросль ты моя многоклеточная! История с Ворзи настолько задела создателя DayZ, что он только и делает, что срет кирпичами и надрывает очко. По его словам, обращение с клиентами, которое продемонстрировала команда HammerPoint, неприемлемо в его ограниченном зомбомире. В перерывах между закладкой нового небоскреба Дин Холл и его команда переписывают движок, поэтому скоро прогресса ждать не приходится. А тем не менее, по словам создателя, новый движок позволит поднять качество игры на новый уровень. А что там слышно про Star Wars 1313? Давичи, господа разработчики заявили, что игра появится в 2013 году. Также стало известно, что демку, которую показывали публике на выставке E3 прошедшим летом, запиливали на движке Unreal Engine 3. Отсюда можно сделать вывод, необразованный-то мой абитуриент ясельной группы, что игра появится на платформах текущего поколения. Все это, конечно, подразумевалось изначально, но некоторым уникумам по фамилии Люба попиздеть, только дай посплетничать и понарассказывать сказок про новое поколение консолек. Собственно, на этом новая информация иссякает. Но раз уж создатели нацелились на этот год, значит, совсем скоро нас завалят целыми томами новой инфы. Отдохнули глазки? Не кровоточат больше? Ну тогда поехали дальше. Gearbox Software продолжает пиарить шутер Aliens Colonial Marines за несколько недель до релиза. Новые ролики так и сыплются пачками, хотя всем уже давно известно, что ничего супер распиздастого в игре не предвидится. Все те же чужие, все те же космические пехотинцы во главе с Рипли. Тем не менее, многим даже не придется апгрейдить писюн, ведь игра затащит на минималках, даже на двухъядерном проце и на 2 гигабайтах оперативки. Даже ставить семерку не придется. Colonial Marines запахает на XP и не потребует новомодняцкий DirectX 11. Тем, кто решил оформить предварительный заказ, разработчики пообещали дать поиграться с огнеметом Рипли. Видимо, выжигать инопланетных чудовищ в мультиплеере — невероятно увлекательное занятие.
Мегакорпорация Walt Disney решила запилить свою утопию со множеством персонажей, появившихся в неебической туче мультиков и фильмов производства Disney. Причем утопия под названием Disney Infinity обладает собственной платформой, на которой можно поставить специальные игрушки персонажей, и тут же они оживут в виртуальном мире. Перед игроками откроется ебическая туча миров, где также можно будет создавать своих героев и свои приключения. Опасности для геймеров 18+ игра не представляет, а вот детишки попапают. Двух бедолаг из Bohemia Interactive, угодивших за решетку в Греции, недавно выпустили из-под стражи. Напомню, сотрудников студии задержали за шпионаж. Мусора обнаружили пару фоток, которые сильно смахивали на фотки греческой военной базы на острове Лемнос. И все. 4 месяца тюрьмы и перспектива 20 лет лишения свободы. Не уезжайте, девки, в Грецию. Теперь, наконец-то, все разрешилось. Обвинения сняты. Господа хорошие выпущены на волю. И можно продолжать трудиться над Арматой. Все ликуют и аплодируют. Если празднование чудесного возвращения не затянется, то Bohemia в этом году, наконец, сможет запилить 3-ю серию военного симулятора. Не устают, товарищи-задроты, спекулировать по поводу появления GTA 5 на PC. Некоторые настолько сильно не сомневаются, что игра выйдет на PC, что даже решили прикинуть системные требования. Равняясь на Максимку Пейна 3, фанаты серии полагают, что игра затребует парочку ядер на 3 ГГц, парочку гигов оперативки и какую-нибудь карточку на 0,5 ГБ видеопамяти. И это только минималки. Если следовать рекомендациям, придется прикупить себе сверхкомпьютер, запастись 6 ядрами для компа, 16 ГБ оперативки и самой распиздастой видяхой. Rockstar, видимо, считает, что геймерам килограммами вешают эти гигабайты и гигагерцы в продуктовом магазине. Конечно, все это пока только слухи, и разработчики не успели анонсировать писанный порт. Но если он и будет, требования могут быть еще жестче. Поэтому спешите собирать бутылки, дорогие мои. Посмотрим, какие релизы нам приготовили игрогастарбайтеры на этой неделе. Сэр Хаммерлок открывает экзотическое сафари на зверюк всех мастей и размеров, где-то на новом острове в затерянном мире Пандоры. Gearbox выпустила новое дополнение ко второй части Borderlands. Помимо уникальных зверушек, на континенте Аегрис водится еблищем нового лута, в частности, всеми любимых пушек, которые можно запросто на себя навешать и отправиться дальше покорять Пандору. Спешите в магазины, ведь каждое новое дополнение может стать последним. Об обещанных новых персонажах пока больше ни слова. Forza Horizon обзавелась новым дополнением, посвященным серии авто от Honda. По традиции, Microsoft собрала лучшие модели, начиная от дриндулета 86 года и заканчивая ширпотребной, но модняцкой Honda Civic. Дополнение решили выпустить абсолютно бесплатно. Специально для 3 авто, появившихся в апдейте, разработчики также добавили пару состязаний. Не прошло и пары лет после выхода Gran Turismo 5, а разработчики не устают пополнять гараж геймеров новыми машинками. На этот раз в игре представили прототип нового Chevrolet Corvette. Он уже и раньше был в игре, но в камуфляже, а теперь без него. Зато бесплатно! Причем это не последний прототип, который появится в игре. Следом разработчики в очередной раз показали модельку Acura Advance, которая, скорее всего, также скоро пополнит коллекцию автофапальщиков. Перезагрузка Данте на этой неделе добралась-таки до консолек. Демонюги снова пришли в наш уютный мирок, дабы устроить настоящий апокалипсис. И противостоять им может только один пидорас. Помолодевший, позеленевший и не такой седой, как раньше. Разработчики пообещали упрощенный доступ к игре для новичков, еще больше пизделок в воздухе и много всяких новых няшек. Специально для хардкорщиков в игре появится парочка новых режимов сложности с невероятно имбалансными мобами, которые с одного тычка способны убить главного героя. На письку игра выйдет 25 января, поэтому ждать осталось недолго. В
Вот и сказочки, конец. Хватит расслабляться. Быстренько потыкали лайки под видео, подписались на канал и отправились выполнять очередную миссию. Зарабатывать экспу и гейнить левела. Да и Dota 2 заждалась. В промежутках заходите на gamebomb.ru за новой информацией в виде новостей, обзоров, трейлеров и скриншотов. Да и мне давно уже пора навестить своих виртуальных питомцев. До скорых встреч, геймерятушки!